В Махачкале девушка занималась распространением наркотиков. 26-летнюю жительницу Буйнакска доставили в отдел полиции. При ней было обнаружено 30 полиэтиленовых пакетов с метилэфедроном. Общий вес изъятого вещества составил 79 грамм. Это 395 средних разовых доз. В ходе следствия девушка во всем созналась и рассказала, что размещала закладки и отправляла фотографии тайников заказчикам. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.